Пасха – праздник всех праздников, торжество всех торжеств. Позади путь Великого Поста, воздержание, молитве и покаяние. И вот долгожданная радость о воскресшем Спасителе и пасхальное приветствие. Христос воскрес! Воистину воскрес! В этот день на территории храма Рождества Христова по традиции состоялись праздничные мероприятия с участием воспитанников Русской Православной Школы, Воскресной Школы. Ребята подготовили небольшой концерт для прихожан и гостей, которые в этот воскресный день было очень много. На территории казачьего хуторка работала выставка-ярмарка, где все желающие могли приобрести изделия мастеров-ремесленников, вязаные игрушки, декоративные пасхальные яйца, мыло ручной работы, шкатулки, фигурки кубанских казаков, полководцев и героев нашей страны. Также выступил коллектив «Зори Кубани». В молодежном кафе пасхальные песнопения исполнил молодежный хор Рождественского храма. На казачьем хуторке сегодня многие прихожане смогли впервые увидеть новый обустроенный водоем с небольшим каскадным водопадом. Пусть этот светлый праздник Христова Воскресения всегда будет для нас праздником радости, праздником победы жизни над смертью. Будем хранить нашу святую веру и жить, ожидая будущего нашего воскресения и будущей вечной жизни. Христос воскрес!